Давай. Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукан и видеообзор нового столика трансформера для лодки ПВХ компании Тубот. Столик выполнен из благостойкой фанеры и работает приблизительно вот так. Вот. Увеличивается площадь для расположения нужных аксессуаров для рыбалки. Внутрь можно установить аккумулятор для эхолота. Также здесь есть держатель для спиннинга, пластиковая трубка, диаметр 40 миллиметров. Размеры столика в сложном разложенном состоянии у нас получается столик 48 на 33 сантиметра. Высота внутреннего отсека 27 сантиметров. В сложном состоянии столик имеет размеры 20 на 33 соответственно. Ширина внутреннего отсека у нас 23 сантиметра, ну соответственно минус 3 сантиметра газовый подъемник, который установлен здесь. Под аккумулятор у вас остается место шириной 20 сантиметров. Глубина полости у нас 9 сантиметров. Это вполне достаточно, чтобы вместить практически любой аккумулятор для эхолота. Столик у нас можно спокойно передвигать вдоль борта лодки. Фиксируется на систему крепления электрод при помощи крепление для передвижных сидений. Внутри у нас идут две петли и газовый лифт. Все очень просто и максимально надежно. Фанера влагостойкая, ламинированная, торцы пройдены акватексом для защиты от деформации, плесени и всего прочего. Вот такой вот удобный столик. Будут они у нас идти в разных комплектациях, с бортиками и без бортиков, со съемной площадкой. Но смотрите за нашими видео, подписывайтесь на наш канал. Понравился столик, ставьте лайки. Столик можете найти на наших страницах. Рекомендую.